второй полуфинальный матч. Узнаем, кто же станет соперником Торпедо в финале Малого Кубка. Встречаются команды «Звезда Голд», они в голубой форме, и МФК «НГОК», Новосибирский городской открытый колледж. Сейчас мяч так неловко попал в голову Единарху, который бежал в атаку. И такие скиф, удары спасает. Спасает Павел Юга, вратарь команды номер «Звезды». Скиф, передача на Горлова, и Горлов уложил на паркет вратаря. И снова спас. За что творит Юга? Юга на входе в штрафную. И дошел мяч до Искива, и Искив счет открывает. Но провал в обороне, который раз не все, что тащить Югову. Где защита? Защита где? Пожалейте вратаря, ребят, ну что? 1-0. Звезда счет открыла. В прошлом матче Дорхаус, ой-ой-ой-ой-ой, прошивает Единархов своим ударом вратаря. 2-0, счет становится. Застал врасплох Единархов вратаря НГОК и удвоил преимущество. 2-0 счет стал. На перехвате здорово Солопов бьет низом и вновь вытаскивает мяч. И еще один запрос. Ох, здорово. Это было опасно и показывает. Насквозь свою штрафную Махаманусов. Пойдет ли? Пойдет ли в обыгрыш? Идет в обыгрыш. С левой ноги бьет дальний. Спасает Югов ногой. И угловой. Александр Бирюлин. Передача на Данила Логинова. Логинов на трех попер удары. Отбивает Азманян же, да? Втроем, ну, вернулись 3 в 3. Атака, удар, рикошет. Кажется, Горлов ее делал. И сейчас еще одна передача от Горлова. 43 номер. А вот тут вновь проспали, и какой удар не получился, и этого явно Югов не ожидал. 3-0. Задел ли там? Нет, ну конечно задел игрок «Звезды» мяч. Это он забил? Кто это забил только? Без номера. Так. Штрафной развивается, и вот он удар над перекладиной. Уже хорошо. Скиф. 15 секунд, есть время еще на одну атаку. А принять, а пробить слет. Ух, какой голешничек в дальнюю штангу. О-о-о. Дальний угол, дальнюю девятку. Дубль. Жалко, что я не знаю фамилии этого игрока, но это было прекрасно. Успела «Звезда». И четвертый еще в первом тайме. А второй тайм стартовал. И сразу же момент. Футанго Кузнецов. Смещается в центр. И есть момент пробить. Ну, что ж так долго-то? Учил за спины. Мяч отобрал Махаманусов резко. Смотрите, как приклеенный мяч к Махаманусову. И бьет угловой. Будет. Демонстрирует. Передача. Пятка, удары выше. Динархов также. Кривцов бьет и забивает. 1-4, 1-4-1. Не справился с ударом вратарь. Удар был мощный, конечно, у Богдана Кривцова. С левой ноги он прошил и размочил счет. 4-1 теперь на табло. Прострел. И неплохой удар удается. Вперед посточный. И в дальний стреляет. Но вратарь бойко надежен. С мячом по линии. Догнать, догнать, догнать мяч. По линии дальше. В штрафную входит. Обошел вратаря. Уложил его на паркет. Смещался. Но поле закончилось. И есть момент у Бирюлина. Бирюлин 4-2. 4-2. 4-2. 4-2. НГОК во втором тайме хорош. Это просто факт. Надо продолжить им. Продолжить в том же духе. 4-2. Сам бежит. Резкий молодой игрок. Видно, что есть у него техника. Удар, рикошет, гол! Шура! Ков! Алексей, 22, минимальная. Третьего пропущенного мяча. И сейчас есть момент. Мотя, Мотя! Перекинет Искива, втыкается во вратаря. Подниматься надо, продолжать игру. Кузнецов, вновь Мотя, Мотя удар. Кузнецов справляется. Ворона, Ворона, вышел из ворот Кузнецов. Ворона позволяет мячу покинуть игру немножко.
линию. Пас вперед, доходит мяч до Горлова. Горлов красиво пытался пробить. Но я не вижу Моти. Матвей. Удар. И сейчас может Динарко, конечно, завестись. Ворона, мяч в поле остается. Ворона, пас на Перепечина. Перепечин бьет. И здорово играет Кузнецов. Солпов взял обманное движение. Рывок. Заброс идет на дальнюю. Махаманусов достает мяч. Передача. Ворота. Уху, мяч. Всего каких-то 2 минутки отделяет одну из команд до финала Малого Кубка. Удар. Какой голевщик Пирогова. Пирогов. Наклбол мы видели. Это наклбол. Наклбол. Гол. 5-3. Счет становится. Звезда. Облегчает себе концовку этого. Они боролись сегодня как львы и борются до конца. И удар Шакова. Гол. Надо мяч брать. 30 секунд. 5-4. Ну, ребята, новые львы. Тигры. 5-4. Мяч надо устанавливать на центр. Но нету тайм-аута у них больше. А Звезда никуда не торопится. Бить хотя бы все вперед. Все в штрафную. Грузит. Бери удар рядом со штангой. Это единственное, что он мог делать. И какая досада сейчас на лицах игроков ГОК. Но какие же молодцы ребята и молодцы Звезда. Они вышли в финал, где сыграют с Торпедо в финале Малого Кубка. Еще раз скажем спасибо ребятам из МФК ГОК. Они подарили классный матч всем болельщикам, всем любителям футбола.